Ароматы шашлыка, домашнего лимонада, роллов и свежей выпечки витали в этот день по всей набережной парка имени Зернова. Фестиваль «ВкусноФест» уже в пятый раз объединил всех любителей гастрономии на масштабном событии. В этом году свои услуги и продукцию представили более 50 предпринимателей и самозанятых нашего города. Это действительно для нас очень важно, что 5 лет в этом году мы празднуем. И особенно для нас важно и радостно, что мы объединили свои усилия. Объединение – это всегда круто. С парком городским, который празднует 75-летний юбилей. Очень много сил было приложено к тому, чтобы организовать это мероприятие. И наших сил, и сил наших предпринимателей. Они очень старались, поэтому я надеюсь, что горожанам обязательно все понравится. Представители бизнеса, власти и молодежи соревновались в приготовлении блинов на кулинарном турнире. Предприниматели организовали мастер-классы и дегустации, презентации и развлекательные программы для взрослых и детей. Я бываю каждый год, здесь мне очень нравится, набираю много-много еды, прихожу домой и наслаждаюсь жизнью. Восторг только лишь, больше ничего. Успели уже полакомиться здесь какими-то вкусностями? Ну да, пирожками. Вкусные. А тебе как это мероприятие? Мне очень нравится. Все нравится, все вкусно готовят. Большое спасибо организаторам. Все классно, вкусно, шумно. Это же уже практически традиция. Вот ее надо продолжать. Все горожане очень позитивно к этому относятся. В этот вечер саровчане смогли насладиться и духовной пищей. Для гостей фестиваля организаторы создали арт-пространство. На литературном квартирнике творчеством делились поэты из объединения «Радуга» и все желающие. Стихи я слушала. Очень приятно. Вообще замечательные у нас поэты. Очень много о городе пишут. Очень приятно. Вообще атмосфера такая праздничная, теплая, дружественная. На сценах набережной для саровчан выступили музыкальные группы из Сарова и Санкт-Петербурга. Завершился фестиваль дискотекой, розыгрышем призов и праздничным салютом. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров 24.